почтение, господа. Меня зовут Майт, и я рад приветствовать вас на канале Magic Rust. В этом ролике я проведу краткий экскурс по кастомной карте, которая установлена на 10 и 12 сервер. И раз уж речь зашла о серверах, то уже сегодня вайп на всех Friday серверах проекта Magic Rust в 14.00 по МСК. А если не успеете залететь в пятницу, ждем вас на Monday серверах, вайп на которых состоится в понедельник в 14.00 по МСК. Приятной игры! Пожалуй, начнем с самого интересного. Одна из главных особенностей данной карты — это сеть железных дорог по поверхности всего острова. Стоит задуматься, как сильно эта фишка меняет игровой процесс. Просто представьте эти погони, перестрелки в вагонетках на поверхности. Да и в целом, это просто удобный способ передвижения по острову. Вагонетки спавнятся в рандомных местах, по всему периметру железной дороги на карте. Город мертвецов. Это одна из основных кастомных локаций на мапе. Огромный, заброшенный город, захваченный мертвецами. Стоит запастись патронами перед походом в эту локацию, ибо зомби на улицах города более чем достаточно. Основная часть лута этого города сосредоточена в подземной парковке. Там же находится зеленая и синяя дверь, за которыми спрятан заветный лут. Разрушенный порт. Это стартовая локация, поэтому лута тут немного. Несколько оружейных ящиков в домах и обычные коробки. Еще немного лута и несколько переработчиков на кораблях неподалеку. Но это не главное. Вам стоит просто взглянуть на эту красоту. Янтарный завод. Это главный кастомный монумент на карте. Тут вам изобилие ящиков и толпы ученых. Но я хотел бы заострить внимание на этом здании, которое находится на краю рта. И это реально мини-завод в небольшом помещении. 4 больших печки, НПЗ и карьер, который добывает камень, железо, МВК и серу. И все это можно свободно использовать в своих целях. Также, как и в городе мертвецов, под заводом спрятан туннель, вход в который находится в главном здании. Ведет он до красной двери, за которой находятся элитные и оружейные ящики. На очереди целая свалка под землей. Она имеет всего один вход с воротами, который можно открыть зеленой картой. По периметру этой свалки разбросаны оружейные и обычные ящики. Также есть переработчик, рядом с которым находится элитный крейт. И напоследок пройдемся по кастомным местам для застройки. Недалеко от разрушенного порта, в квадрате N17, находится такой неприметный бункер, в котором можно поселиться. На стартовой локации в квадрате X20 расположился вот такой кастомный городок для застройки. Его особенность в том, что его можно застроить абсолютно полностью. Строить можно везде. В центре города есть место для полноценного бункера. Ну и последнее, кастомное место, это вот такая пещера в квадрате V13. Вход в нее один, а также есть большая печка внутри. Ну, а на этом ролик подходит к концу. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Майт, до встречи на серверах.